Глава 7. Спасибо! До свидания! День не может стать хуже. О, Сайенс, а мы тебя ждали. В общем, Инку лучше. Ура! Эрору удалось его расшевелить. Но этот мудак сам его инвалидом сделал. И очень сожалеет об этом. Думаю, вам не стоит вмешиваться. Кто знает, может происходящее очередная игра создателей. Или проверка для Инка. Я хотел бы убедиться в твоих словах, что он в порядке. Сейчас его слишком тяготит своя ущербность. И ваши полные сочувствия и взгляды не прибавят ему желания жить. Ждите, однажды Инк поймет всю тяжесть обид, которые нанес вам. И тогда он сам захочет извиниться и позовет вас. Доверюсь твоему мнению, Сайенс. Если хочешь с ними поговорить, я их приволоку тебе, Инк. Сейчас я хочу поговорить с тобой, Эрор. О чем? У нас слишком мало общего, Радужный. Например, у тебя есть любимый мир? Я ошибки не люблю. Я от них избавляюсь. Должно же быть место, которое будет в тебе нечто светлое. Место, в котором тебе нравилось быть. Ха, допустим, Уотертейл. Звезды и галактики как на ладони. Красиво. Так вот, почему ты никогда не нападал на Уотертейл. Ты забрал с этими ошибками. Ладно, сменим тему. У тебя есть хобби? Ага, убивать монстров и наполнять их прахом куклы. У тебя есть друзья? Ну, кто-нибудь же должен волноваться, куда ты пропал. Насмешил. Неужели ты думаешь, будто у такого, как я, могут быть друзья, а? А Найтмар и его команда? Это временные партнеры по танцам на кладбище миров. Неужели ты ни с кем не смог поладить? Даст псих. Он носится с несуществующим призраком брата. Спасибо, мне и своей шизы хватает. Хуараль людоед. От него за верстку воняет тухлятиной. Вот с ним Даст ладит, кстати. Киллер, свихнувшийся на убийствах психопат. Его фантазии даже Найтмар порой побаивается. А сам Найтмар — это Дрим. Но не с обнимашками и верой в лучшее, а щупальцами и желание сделать как можно хуже. Причем всем. Нахер таких друзей! Мне и одному хорошо было. И будет, когда с тобой возиться закончу. Эррор! Ну чего еще? Давай еще поговорим. Этим все закончится, если ты будешь приставать ко мне с идиотскими разговорами. Но мне скучно! Развлекайся! Зря я на нем сорвался. И так уже покалечил, а друзей забрал, нагрубил, в комнате закрыл. Ладно, постараюсь быть помягче. Эррор, помоги! Запутанная ситуация? Связала же нас судьба. Смотри, так делать начальную петлю. Так продолжаешь, да делай ряд. Вот тут делаешь вторую, тут лицевую, а тут изначальную. Спасибо, Эррор.